Yes. Yes. А как ее поджег? А, надо было сразу туда ее кидать, да? А чего она горит-то, собственно? Ладно, бомжай пока побьем. И этот встал? В смысле? А я тебя еще жалел. Подожди. Давай, давай, давай. Убей его. Класс. В итоге я ее обыграл умом. Ну, это была, конечно же, случайность, потому что у нее были все шансы, но... А кто-то во мне сомневался. А с первого раза. Да, жизни херня, да, крови ноль. Но сделал же. Даже одного положил вот так. Сука, я же вижу, что ты живой. Ну, он же даже моргает. Вот тварь, а. Вот так вот. А вы, ты смотришь Perpetus Play. Меня зовут Саша, играем в Кровавые линии 2. Если бы. Нет, просто тонкие кровавые линии. Может и в 2 поиграем, но это уже в будущем. Вампирские линии, других не держим. Большое спасибо всем, кто пишет комментарии. Особенно очень дельные комментарии, содержательные, где что, как, почему. Которые напрямую влияют на видео. Вот классно. Буквально один день перерывчик сделал, и уже куча материала, с которым можно работать, и куча вариативности, и куча интересных событий нас ждет в этой серии. В том числе, прям начиная с этой двери. За ней скрывается первая сегодняшняя наша жертва. А вот так, да, почему бы и нет. И сразу хочу успокоить людей, которые начали нервничать. Вот, новая игра появилась на канале, Саша, а я хочу ту, которая мне нравится. Да, и куда же она делась? Она же пропадет, если... Никуда она не денется. Ты ее, если поддерживаешь лайком, комментарием, она никуда не денется. Она будет пройдена от А до Я. А может быть, даже и дальше. Смотря, что там удастся придумать. Серьезно тебе говорю, не стоит на этот счет волноваться. Опять же, я это делаю, вот эти перерывы, как и сказал в том видео, но это, видимо, нужно повторять. Я это делаю, чтобы у тебя была возможность посмотреть его не сразу, как только оно вышло. И написать, успеть написать комментарий, чтобы он повлиял на следующую серию. Чтобы ничего не успело перечеркнуться где-то как-то моими выборами, моими действиями. А чтобы у тебя было больше времени на то, чтобы посмотреть видео. Не так, что в 2 часа оно выходит, а в 8 я уже записываю следующее. Не успел, опоздал. Ну, это такое себе. Это, получается, оставляет вне лодки повествования очень многих людей, которые, в принципе, потом теряют вообще желание писать комментарии. А я на этих комментариях контент делаю, мне это очень интересно. Поэтому никуда эта игра не пропадет. Крита сейчас под вопросом, а не это. Не надо переживать по этому поводу. Если она тебе нравится, она будет выходить. Наоборот, тебе будет больше времени, больше контента, больше разнообразия, больше всего, больше интересных видео. Я надеюсь, я был услышан. Но, может быть, еще придется это повторить. Я понимаю, что некоторых людей это раздражает, которые особо внимательно смотрят, но, блин, ну такая жизнь, увы, приходится порой повторяться. Итак. Итак, а, не эта дверь, вот это, точно. А я что-то запомнил что-то. Она просто такая красивая, с паутинкой, вроде даже подсвечена. А, заново сейчас поговорим с этой девчонкой. Для чего? Для того, чтобы узнать, а чего вообще стоит Каин в бою с крепким вампиром. И ты думаешь, блин, вот так просто взять и перечеркнуть классного персонажа, просто чтобы узнать, чего стоит, да? Да, ужас вызывает. Потому что есть F12. Ну, если что, если кто забыл. Я-то не забывал об этом. И понимаешь, о чем я говорил? Вот в новой видео игре, в новом видео по новой игре, персонаж вот с татухами, которые... Нет, тут красивше, конечно, там вообще кошмар, но все-таки, все-таки очень похоже. И глаза, глаза. Это мерзительно. Я сейчас буду говорить что угодно. Ты же проклята, верно? Верно. А что если бы помимо... Да, ты еще жрешь мясо. В принципе, она мясоед, и я против мясоедов вообще не могу вот ни слова дурного сказать. Я не убиваю, чтобы выжить. Мы пьем кровь, я ем плоть. Ну, понятно. Мы пьем, ты ешь. Мы все это поняли. Это все понятно. Я не понимаю. Да я понимаю. Как не понимаю? Но это неприемлемо.
Именно поэтому я тебя прикончу. И если смогу. Ты начнешь крестовый поход против всех, кто питается плотью. А когда нет. они все будут убиты, то будешь убивать всех, кто хоть немного от тебя отличается. Нет. Это логика тиранов и нет. психопатов. Я просто хотел убить тебя. Конфликта. Я тебя все равно убью. После этого тем более. Ну ты же ешь плоть. Я не хочу убивать всех, кто похож на тебя. Только тебя. Да. Я странствовала по миру еще до основания этой страны. Я собирала знания, залы! Вещи, в существовании которых усомнились бы даже древнейшие из нас. Ух! Если бы я предложила тебе шанс заполучить подобную редкость, ты бы согласилась? А почему бы мне просто не убить тебя и не обыскать это место? А, кстати, получается, что и так, только в том случае, если мне удастся ее осилить. И так можно добыть что-то интересное. Конечно, интересную интересность. Попытаться. Но выбирай один из двух. Либо быстрая смерть для тебя, либо несколько веков попыток найти мой тайник с секретами в этом городе разочарований. Ну ты сука, конечно. Вот ты, конечно, интересный персонаж, но сука та еще. Пусть так и будет. Покажи, на что ты способна, сука. Опа! И она тут же на стене. Yes! Кстати, отдельный респект вот за этот прием. На S-очку, вот этот. Особенно если, конечно, мы будем попадать. Куда это ты пошла? Стой. Что это мы призвали? Ну, давай же! А что ты перестал выполнять это действие, а? Не, подожди. Я что же тут умею лечиться, да? Эй, стой на месте! В смысле стой на месте? А ты не стояла на месте. Ничего, что ты не стояла на месте. Подождите, вот эти бомжики, конечно, они только ей мешают до меня добраться, по-моему. У меня впечатление, что я не могу лечиться. А может бомжиков засосать? Давай, мочи ее. Я ее зажал, мочи. Бомжи. Класс. Да. Попадать бы еще. Подожди. У меня же еще тут вроде немножко крови есть. Я же тут иду до конца. Играю на все... А, подожди, нет крови? Есть. Чуть-чуть, но все-таки. А может еще применить что-нибудь? Ну, противозачаточное вряд ли. Морфий. А, ты... Вампиры только на продажу, да? Или для всяких там непотребств это применяют? Блин, а не хватило даже полечиться. Ладно. Давай. Yes! А как ее поджег? А, надо было сразу туда ее кидать, да? А что она горит-то, собственно? Ладно, бомжей пока побьем. И этот встал! В смысле? А я тебя еще жалел! Подожди! Давай! Убей его! Класс! В итоге я ее обыграл умом. Ну, это была, конечно же, случайность, потому что у нее были все шансы, но... А кто-то во мне сомневался. А с первого раза. Да, жизни херня, да, крови ноль. Но сделал же. Даже одного положил вот так. Сука, я же вижу, что ты живой. Ну, он же даже моргает. Вот тварь, а. Вот, знаешь что? Это действительно торжество. Торжество ума и смекалки. Над силой. Тупо притворился дохлым. Да, на полметра от стола. Ну и хер с ним. И работает, я же с ним ничего. А нет, могу. Ну как могу? Не, это до лампочки. Вот оно. Вот он ум, а? Ладно, да. Всякое бывает. А я тебе так скажу. Хочешь ли ты подобное видеть в дальнейшем? Или нет? Она очень интересный персонаж. И замочить ее даже было интересно, потому что я узнал много нового. Но все-таки, хочешь ли ты подобным родом извращаться дальше в видео? Ужас вызывает не вид смерти, а... Да. Что такое? Я знаю. Пьешь кровь и не стареешь. Да, классно.
тема вообще. И мясо жрать можно. Кстати, а это ведь тема. Они же все остальные только кровь могут пить. А она еще по мясу ударяет. Интересно, а ты вот хоть иногда его готовишь, или это уже на выброс в утиль? А, кто же ты? Мое настоящее имя сокрыто. Да. Можешь называть меня Пиша. Пиша 230. Той, кто была моим компаньоном. Я тебе буду называть Пиша 230. Но это будет просто современнее, чем просто Пиша. Пиша 230 — это очень даже, да. Чем заброшкой зовут? Мое пребывание здесь временно. Да-да-да, да, я помню. Я ищу здесь оккультные предметы и могла бы обменять их на некоторые артефакты. Не поверишь, я тоже. Но прежде чем мы начнем торговаться, надо отправить сюда того смертного сверху. Он слишком многое видел. А вот мы сейчас узнаем, пострадает ли человечность или нет. Сразу скажи, ты собираешься его есть? Со временем. Да он грязный, я его видел. Раз такое дело, пойду займусь им прямо сейчас. Человечность, если что, у меня на максимум. Пока. Вообще-то, мы уже видели, как при нас ушают людей. Нет? Правильно. И это никоим образом никак негативно не сказывается на человечности. В общем, человечность не пострадала. Ну, хорошо. Че, попробую вот это... Блин, а там можно будет перебраться? А что мне ему сказать? Ну, то, что пойди туда, не знаю куда, это ладно. Как мне ему объяснить, что ему придется пролезть через сраку и задницу вообще? А? Как он это сделает? Найс. Так, надо тут разгрузить, да? Все в порядке. Разгрузили кое-как. Это не туда. Как он сюда прорвется? Ну, придется ему как-то... Мар. Все для него, да? Разгружаю ему путь. What the fuck, Пиша? Я не понял, я в тримерское логово попал обратно? За херня? А как же? А в какую дверь? А, я ж там, да, через... Я через вентиляцию шел, но я думаю... Может быть. Так, здесь нам нужно видеть тебя чуть-чуть. Ух, я уже думал, тримерское логово 2.0. Там наковальня какая-то падает. А, это вот это. Серьезно, такое громкое. Кошмар. Это не разгрузить, да? Мне же обратно сейчас сюда идти. Оно же тут стояло. Это быстрый путь к ней, да? Подожди. Оно ж тут стояло-то. Он сейчас, я надеюсь, будет где-то здесь? Или мне прям надо его найти. В этом городе и прислать к ней. Да, блин! Хорошо, обратимся к заданию. Я думал, он все еще ждет. Но он оказался умнее. Ну, потому что ум решает. Так, даунтаун. Пиша плотоядная женщина из подвала. Женщина из подвала плотоядная. Звучит, блин, звучит. Прям сюжет хоррора уже в нескольких словах.
заброшенной больнице при этом. Хочет, чтобы вы прислали к ней вниз телепортера, чтобы расправиться с ним из-за того, что он слишком много видел. А где его найти? А он сейчас не в том клоповнике живет? Ну, значит, это задание, выполнение этого задания не будет столь мгновенным. То мне очень нравится, потому что это не тупо принеси-подай получается, это еще пойди-найди. Ты пойди-найди, а потом еще пойди-уговори его, да? Но все же, мне нужно переместиться в Санта-Монику. В Монечку надо, потому что у нас там много делов образовалось. Очень много недоделанных. Да. Благодаря тебе и твоим комментариям они будут доделаны. Будет получено больше опыта, будет прокачано больше скиллов, будет больше интересных, любопытных ситуаций. Вон как с Пишей, например, разборка. Казалось бы, момент пройден, а нет? Нет? Ничего подобного. Не совсем пройден. Во-первых, раз мы уже здесь, давай зайдем в клубак и поговорим там с кем-то, чтобы сделать что-то. Или ничего не делать, потому что человечность, или наоборот, ничего не делать, потому что бесчеловечность. Как думаешь, не удастся соблазнить ее, учитывая, что соблазнение, где оно тут, соблазнение? Один. Мастер соблазнения. Да я думаю, вряд ли. Только попорчу отношения. Ай, все. Вот не люблю таких людей. Ты. Ну, пожалуйста, давай не забывать об этом. Ты, да. Что тебе надо? Хочешь еще раз оскорбить меня? Это было бы... Пустой траты времени, придурок. Представляешь, какой сукой, какой мразотой надо быть, чтобы найти человека и сказать ему это. Нет, хочу извиниться. В самом деле? Это клево. Это так, маскарад. Третьего этажа. А чем ты тут занимаешься? Да так, жду тут своего хозяина. А кто твой хозяин? Его зовут Бертрам Тунг. Опа! Чем ты для него занимаешься? Ох, ну, Бертрам хотел, чтобы я присмотрел за одним типом, азиатом, который тут ошивается в Санта-Монике. Бертрам считает, что это может быть вампир или нечто похожее на вампира, я не знаю. Ты вообще понимаешь, что ты городишь? Если он азиат, то он сразу нечто похожее на вампира. Ты понимаешь, что в 2023 году такое говорить нельзя? Хотя, глядя на его глаза, ему говорить все, что угодно можно. Он не в себе. Ну, в чем проблема? Ничего себе. Класс. Мастер манипуляции. Я тоже его видела. Да? А что, я пропустил-то? А, это из те, из шабашники, что ли? Которые пропадают, шабашные? Шабашки? Хочешь, чтобы я о нем позаботилась? Вот это по-нашему. Уже говорил, он что-то типа азиатского вампира. Моя единственная наводка — водительские права, которые он выронил, когда я следил. Но он меня так заманал, что я даже не успел их пробить. Сделаем. Из них можно узнать, кто он? Нет, на форке в правах не он. Не знаю, откуда они у него, но вдруг он поможет тебе выяснить, где он и чем занимается. Вот, возьми. Хорошо, позабочусь. Отлично. Только вернись и скажи мне, когда дело будет сделано, чтобы я мог перестать дергаться. И тогда я, может, поговорю с Бертрамом.
Я вернусь и скажу, чтобы ты дергался теперь по моему поводу, а не по его. Очень неплохо, Нокс. У меня еще пара вопросов насчет твоего босса. Да, конечно. Что ты хочешь узнать? А тебе нравится быть упрем? Это офигенно! Первые глотки крови вампира — это как лучший наркотик. О, говорю тебе, это как... Ну, после него становишься в разы сильнее. Я чувствовал себя богом, приложившись к запястью этого отвратного чувака. Таких нариков я не очень люблю. Могу я подкинуть тебе еще пару вопросов? О, да, конечно. Что ты хочешь узнать? Ничего. Ты новенькая? Это место просто тухляк. Чего это? Это место просто тухляк. И тебе. Похоже, ты не боялась экспериментировать в колледже. Типа там эксперименты, химия, физика, знаешь, ну такое. Разве никто больше ничего не будет? По-моему, отлично отработало мое соблазнение, да? Привет. Все еще продолжаю поиски убойной пати. Есть такая штука соблазнения, но я пока что не знаю, что это. Ты точно не новенькая, да? А ты в «Звездных войнах» не играла там? Нет? Ну ладно. Итак, водительские права. Надо посмотреть хоть какое имя там в тех водительских правах значится. Водительские права. Водительские права штата Калифорния выданы на имя Вёрджила Крамба. Крамба! Вёрджил Крамба. Хорошо. Мы зайдем. Ладно, давай, пока мы близко. Но мне туда еще надо. И сюда еще надо, и туда еще. Везде надо. Корни всего города вращаются. Давайте не все вместе, хорошо? У меня тут дело срочное, надо пробить права. А можно ничего не пробивать, может у этого спросить? Ну что ты стоишь, ты как неживой. Привет, дорогуша, рад снова тебя видеть. Карамбу, знаешь? У меня есть тебе пара вопросов, Артур. Конечно, милочка, что именно? Нету вопросов, Артур. Нет, вопросов нет. Залоги. А по залогам он значится? А, блин. Да какой там пароль, господи. Деньги. Сука алчная. Только про грязного Майка? А что, я разве... Ну, это не то. Не тот компьютер. Я думал, там еще что-то будет. Вёрджил Крамб. Я вспоминал его имя. Вёрджилка. Вёрджилка какая-то там. Итак, залог внесен 25.03.02. Два случая нарушения общественного порядка. Пьянство и эксгибиционизм. О, может быть, он еще чего-то может научить вампиршу нашу? Может, соблазнение повысить, а? Дело такое-то. Сумма залога всего-то 5000. Ну как всего-то? Я тут за всю игру пока что 800 накопил, да? Да, надо будет еще зайти продать. Тип залога наличные выплачены полностью. Примечание. Местный. Обновлено. Обнаружен труп субъекта. В данный момент лежит в морге медклиники. Власти оповещают родственников. В морге медклиники. А я разве не был в морге медклиники? А как тут у нас задание это звучит? Нокса преследует детский вампир, он хочет от него избавиться и попросил вас о помощи.
Он дал водительские права, которые, согласно данным компьютера Килпатрика, принадлежат Вёрджилу Крамбу, тело которого сейчас находится в морге больницы Санта-Моники. Ничего такого, что я бы не знал. Хорошо. На пляж надо сбегать. Так хочется на пляж ночью. Так тянет. Не купаться, просто там с молодежью погутарить. Только. Кстати, а может быть этот ушел, и можно сейчас его компьютером воспользоваться? На горизонте. Это черви пожирают грязь. А. Не, ну рано с ним разговаривать. Рано с ним разговаривать, надо как минимум разобраться с клиникой. Я вижу, как кто-то копошится на горизонте. Но я уже третий раз, уж в третий раз надо попасть на пляж. Есть там один вопросик. Но ты же не увидишь ничего, правильно? Да блин! Хотя надо признать, если сравнивать с Redemption, там за 3-9 земель стражник увидит и прибежит. Ну ладно, пускай посыт нормально. Один раз можно. Горя не будет. Большой беды. Просто проверяю, как у меня там со скиллом открывания багажников. Взломанных уже, взломанных. Не то, что там. Это уже взломанные багажнички. Сейчас узнаем, что она может сказать. Мало ли. Все-таки у нас в любом случае будет больше разных вариантов. Я думал, вы ее уже сожгли или съели. Я не понимаю, что... Постой, а ты что-нибудь знаешь о убийстве на пирсе? Убийство. Да. Убийца мертв. Он быстро уходит и двигается к сердцу ангелов и к дому звезд. И затем мертв возвращается вампир. Удовлетворенным, а потом вновь опустошенным. Убил и кончил. Да, это маньяк. Ты случайно не составляешь бланки для налога? Нет, а ты могла бы поконкретнее? Я не понимаю, что я говорю. Забудь о том, что я сказала. Ну как теперь о таком забыть? Платить не буду, все. Но, может, это нам поможет. Не хочешь говорить? Ладно, до свидания. Не хочешь мне что-нибудь сказать? Может, пойдем поплаваем? Если так хочется, не буду останавливать. Я думаю, соблазнение отыграло, да? Давай просто убежим. Никогда не будем оглядываться назад. Это грубо. Давай просто убежим. Никогда не будем. Я просто предложил поплавать. Назад. Просто поплавать. А она: ой, давай сразу убежим. Это реально грубо. Кошмар. Ну кто-то себе так себя ведет. И это еще. Ой, знаешь, я не знаю, о чем я говорю. Ох, эти мне видения. Кстати, а привидения еще будут? Или там единственный дом с привидениями был? Хотелось бы, чтобы нет. Мне как раз, кстати, в больничку надо. Но перед больничкой мы заглянем еще в одно место. В одно местечко. Этот коп явно что-то хочет от этой проститутки. И да, и сюда нам надо зайти. Скинуть. Барахла. Рад снова тебя видеть. Что-нибудь нужно? Слышал что-нибудь о серийном убийце? Да, если честно, меня это пугает. Мы открыты всю ночь, а полиция Санта-Моники не самая достойная в стране. О. Значит, тебя зовут Трип. Наверное, балуешься наркотой? А, вообще-то, нет, не слишком. Извини. Уверен? Тут клиника через дорогу. Может, доставить тебе чего-нибудь в обмен на скидку на товары? Блин, некрасиво, но... Ну, давай попробуем. Спасибо. А ты недавно в Санта-Монике? Понимаешь, дело в том, что...
У меня там с барыгой не очень дела идут хорошо. Мы с ним повздорили. Я вообще барыг не люблю просто. Нет, и странно, что мы раньше не встречались. Ничего удивительного. Каждую ночь тут мелькают новые лица. Раньше было много туристов, но сейчас... Одни бомжи, я знаю. Даже не знаю. Все больше похожих на бродяг. Да. Тебя пугают новые лица, когда рядом разгуливает серийный убийца? Да, если честно, меня это пугает. Мы открыты всю ночь, а полиция Санта-Моники не самая достойная в стране. Это тоже, и тоже, и тоже. Слышал что-нибудь новое об этом? Прошлой ночью, детка. Одного чувака на пирсе разорвали на куски. Так же, как и чувака на Лонг-Бич. Просто разорвали. Никто до сих пор не знает, как убийца это сделал. Кстати, насчет этого. Я же говорил, что это одна ночь. Вот он подтверждает, что это прошлой ночью всего лишь было сделано. На утро написали в газетке, а вот теперь ночь, это все. Они тут идут к тому, что это все одна ночь. А не много ночей. Да ну! Я бы сказал, дикие вещи творятся тут постоянно. И, похоже, мы к этому привыкли. Просто идем своей дорогой, тра-ля-ля. Но это... Не знаю, от этих убийств мурашки по коже. Я и вижу твои глаза. Да уж, тебе надо быть осторожным. Так тебе нужно что-то конкретное? Или... Оружие. Оружие хочу. Ладно. Тогда подходи и смотри. Шоколадно, у тебя только патрончики. Ну окей. Надеюсь, он для этого не понадобится больше. Просто 9 баксов. Для задания не понадобится. Руку не покупаешь? А это мое самое оригинальное оружие. Ну ладно. Стопор 109 баксов. Но я бы не сказал, что он прям стоит того, чтобы его сейчас не продать. Больше его хрен знает, когда там с оружием холодным поднимем ситуацию. И вот этот пистолетик тоже, да. Угу. Вот, патрончиков надо бы прикупить, наверное. Хотя бы чуток. После того, как он мне даст скидку. Кстати, 130, 106. Ну не, я пока не хочу продавать, у нас, чтобы было разнообразие. Пара магнитол, а? Думаю, вряд ли они кому-то понадобятся. Насчет вот баночки морфия. Я даже не знаю. Ну, наверное, одну оставлю, если понадобится кого-то откачать. Даже? Таблетки какие-то. Эстроген. Женские гормоны. Вот. Может быть, кому-то по сюжету понадобится. По единичке оставляю, просто чтобы... Так-то карман не жмет. Это что? Интересно. Ну вот, как-то так. Топор, да? 109. Надо новый топор искать срочно. Не то чтобы он мне так был нужен, но деньги. Деньги. Так-то вообще копейки буквально. А так. Топор, револьвер еще кое-каких денег стоил. Нормально. Так. Теперь домой. Посмотрим. Может быть, чего-то уже и появилось. Все-таки кое-что уже сделано. Уже даже перебрались в даунтаун. Ну, не полностью, видишь, не отпускает. Все еще не отпускает. Держит. Но мало ли. Здесь пока голяк. А чужие квартиры тоже проверять? Может быть, компьютер подключат, я не знаю, или электроэнергию подведут. Что-нибудь из этого. Или новая книга по воеризму появится. Ну, мало ли. Так-с. Одолжение. Вот этого раньше не было. Нам стало известно, что в руки местной газеты попал сосуд с кровью оборотня. И они послали его на анализ в клинику Санта-Монички. А мы как раз тут вот в клинику и собирались. Виновные понесли наказание.
Наиболее безболезненно, могу тебя уверить. Но по очевидным причинам мы не можем допустить, чтобы кто-нибудь проверял эту кровь. Пожалуйста, верни образец крови из клиники и положи его в свой почтовый ящик. Мы соответствующе тебя вознаградим. С.Л. Сука лживая. А, Лакруа. Ну, правильно. Ну, С.Л. Ну, сука лживая. Первый ход. Белый король делает ход, чтобы прикрыть пешку. Мы в эти шахматы еще поиграем, поиграем. Так, кровушка, кровушка. Не зря я сюда заскочил, а то-то пришлось бы туда-сюда бегать 20 раз. А только 2. Отлично. Я же говорю, большое спасибо за наводку. Я вот зайти домой и почитать почту, у меня даже в мыслях не было. Я думал, ну вот раз написали, раз я там нахожусь, и все. А дальше до свидос. Эх, в гробу я все это видал. Да, да, да. Небольшой бомжовый досос. Все. Да куда? Как? В смысле? Кто? Я не понял, вы тут что, подстраховку устроили? Все, никаких тебе больше писающих мальчиков, ни? Да тут же ни хрена не видно. Ну давай так. Попчик, ты даешь вообще, а? Нихера себе. Чуть весь досос не пересрали. Так, где там наша больничка? Я сейчас закричу. Это маскараду по горло. Закричит она. Так, морг. И не только. Морг и не только. Когда вы его уже добьете? Кстати, а это же сейчас тот... времени? Так он живой. Так я... Так это... О, явно что-то косит. Серьезно, мы же знаем, что он живой, моргает. Он что тут моргает? А как он умудряется и тут поморгать, и там успеть поморгать? Как это вообще? Вот молодец, а. А этот полудурок мне сейчас не продаст наркоту, да, это? Да нет, мы не вскроем. Ладно, пошел нахер. Вандал, он и есть вандал. Так, где-то здесь что-то есть. Надо бы просто понять, где тут морг у нас. Ну, это скорее бойня. А, кстати, насчет бойни. Где там была эта дверька? Вот. Вот. Вот и морг. Отлично. И прям вот... Прям в тему. И написали в тему, и все. Подожди, сейчас мы тут... Все, осмотрим, потом в морг зайдем. Мертвецкую, в саму же. А как сюда можно было еще попасть? А, через эту дверь, которая вечно закрытая. Ключ. Кабинет Малькольма. А я вроде его взломал. Кабинет Малькольма. О, отлично, теперь дверь открыта. Администрацию мы точно взламывали. Ну подожди, подожди, ну не зажимайте дверьми. Я очень рад, что они, кстати, в две стороны открываются, но все-таки. Хорошо, замечательно. Идем дальше. Трупы. База данных, да? Скрой, скрой, скрой. Отлично. Катафалк. Ну, шо, в принципе, да. А Бобо Гаспар. Можно было как-то короче. А, Г. Или К, В. Или Ф, Д. Ну, ладно, давай. Наверное, мне кто-то из них нужен. Или посмотри, кто там валяется вообще. Понятно, кто там валяется. М-м-м.
Судя по ранам, субъект был забит до смерти бейсбольной битой. Как хорошо, что я свое вовремя продал. А то бы повесили. Вёрджил Крамп, знакомо, да? Итак, субъект умер от остановки сердца. А я думал, кровь закончилась. Личные вещи помещены на временное хранение в контейнер Б. Отлично. Контейнер Б, запомним. Что за нас еще? Я не знаю, где все эти трупы хранятся, потому что я там видел только один труп. Ну ладно. Жестоко сбит до смерти. Только от одного его вида у меня появляется желание запереть его в холодильнике. Ужас. Что ж там такое за кровавое месиво? Неопознанное. Субъект умер при невыясненных обстоятельствах. Замечание. Тело субъекта содержало всего пол-литра крови. Есть подозрение, что это ритуальное убийство. И Перри Дуглас. Субъект, по всей видимости, умер от того, что подавился ветчиной и... или сыром. Опасное это дело. Жрать. Хорошо. Тут ничего не вскрывается. Гуд. Итак, камера Б. Интересно. А как вы определяете, какая тут А, какая тут Б? Морячок, значит, разноглазый морячок. Красно-желтоглазый морячок. Скрой, 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 пожалуйста, вскрой. Yes! Серебряное кольцо, похоже на девичье. Обручальное кольцо. В попыхах, купленное в торговом автомате. И ключ к Foxy Boxes. Опа, это просто ключ. Больше о нем нечего сказать. Это не просто ключ, это ключ туда, куда мне надо. Сука! Такой чуть не убило дверью. Ребятка. Подожди! Подожди! Да, блин, вот это, конечно, проблема. Может, так будет проще? Заперто. Ни хрена себе. Вы молодцы, позакрывали все самые интересные шкафы. Понятно, там, где что-то есть, они закрыли. Или там, где трупы, они закрыли. Знать бы, конечно, где из них контейнер Б. Понятно. Ну, будем разбираться. Как тут у вас вскрываются эти... штуковины. Так просто дела здесь не распутываются. А эту дверьку он закрыл. Вот хитрожопая тварь. Хотя тут и этого месива хватает. И посмотри, это кошмар. Никто не прячется. А может быть, они сюда что-то подложили? Может, контейнер это? Нет? Надо, чтобы было все прозрачно, чтобы все было открыто. А где там кровь?
Я думал, в одном из холодильников кровь. Или еще где-то. Лакруа связался с вами по электронной почте, дал поручение принести из клиники Санта-Моники сосуд с кровью оборотня, чтобы беречь маскарад. Трип хочет немного трипнуть. В больнице есть сейф полный всякого добра. А, вот там. Это сейф-холодильник. Вы нашли ключ-карту от чего-то под названием Foxy Boxes. Надо бы в них сходить. А я не помню, сколько нужно для вскрытия этого сейфа. Там у нас вроде через это делается все. Через... Помп. Не помню, сколько там нужно навыка владения. Так, трипнуть кровь хочешь? Не растет на дереве. Мне без разницы, чья кровь. Так почему бы не кровь упыря? Но мы все время от времени совершаем ошибки. И если бы не они, многие бы даже не родились. Я сам не понимаю, чем болтаю в половине случаев. Наслаждайся халявой. Поздравляю. Еще что-нибудь? Подай еще немного крови. И опыта дождали за это. А знаешь, я передумал. Покупать не хочу. А бесплатно есть. А как сделать так, чтобы трип трипнул? У меня же есть эти самые. Надо им просто отнести? Или как? Что? А, только через сейф. А, все, но она же не вскрывается. Да брось ты это дело. Девятка, ты че? Это вообще не наш уровень. А жаль, а жаль. Надо вот поднимать вопрос насчет этого дела, да? Насчет вскрытия замков. Потому что оно такое себе пока что. Думаешь, стоит или нет? Или пока что идем по смекалке, по эрудиции, по интеллекту, по этим всем делам. Еще и, может быть, стрелковое подразвить. Стрелковая внешность, такое дело. Внешность, восприятие и стрелковое. Чтобы палить там. А? Да и с прорицанием вместе. Дай знать, что думаешь на этот счет. А также, как насчет человечности немножечко, скажем так, подзабить на нее? Ну, чтобы держать баланс. Потому что она и так максимальная. А так, немножко потерял, немножко получил. Немножко потерял, немножко получил. Как ты думаешь? Кто-то против. Уже. Кто-то за. Интересно просто. Что ты думаешь на этот счет? Это коп тут блюет? Так, где у вас тут компьютеры? Где у вас тут компьютеры? Где у вас тут компьютеры? Лазить не буду. Так, найду. Чего? А он в лаборантске или в хранилище? В хранилище, наверное. Пер. Пейдж. Все, вскрыл. Открыть. Цель безопасности включена камера видеонаблюдения за лабораторией. Ага. Тут где-то были отдельно камеры, вроде бы нет. Лаборантская. Дозировка. Открыть. Угу. Так, камеры тут были отдельно, да, где-то? На каком-то другом компе. Ты чё, дядя? Не забудьте за собой закрыть. Ага.
Где-то тут были... Кстати, а в туалет я заходил? А, нельзя. Это хранилище? А где же я отключал? Где же я отключал? О! Камеры. Каждый раз надо. Камера один. А, да. Нет, камера два сначала. Угу. Или где тут? Тут просто еще хер поймешь. Это лаборантская? Лаборатория. Рецептурная. Сука, хер знает. Мне кажется, хранилище это вот это. А там лаборантская, это уже отдельно сейчас сделаем. А это не отсюда я часом... Вот это вот дернуло. Вроде да. Кстати, а может ее можно в принципе убить? А? Нет. Я думал решетку на нее сбросить и все. Хорошо, а теперь... Отлично. Кровь оборотня. Вот так просто, без холодильника. Вы, ребят, вы чё, блин, серьезно? Не, я все понимаю, но... Камон. Ой, все. Как его вот это вот угораздило? Здесь свои ноги. Тень от ног. Сунуть. Итак, мне не все удалось добыть. Из всех бочек, может, это не надо. С боксов. Может быть, это и не надо. Идем, выбросим кровь оборотня в ящик почтовый. Вот почтальон обосрется, когда увидит пакет с кровью. Там даже не зная, что это кровь оборотня, там можно, конечно, удивиться, мягко говоря. Как трипа заставить трипнуть, а? Это вообще реально? Или я слишком рано вскрыл тот сейф? Рад снова тебя. Угу. Я достал для тебя кое-что из клиники. О, правда? Давай-ка посмотрим, что там у тебя. Это не совсем то, что ты хотел, но с ним ты хорошо повеселишься. А теперь о скидке. Раз, два. А, черт. Раз, два, три, четыре. А, забей, детка. Сказал бы сначала. Повышенные характеристики. Какие, интересно. А, не надо впереди, у тебя столько чумовых ночей, что ты обосрешься. Надеюсь, не сдохнешь до того, как мне продашь что-нибудь. Так, что там по скидкам? Надо было раньше, он бы подороже брал. Надо было сразу не продавать. Ну ладно, кто знает. Не последний раз. А сколько стоит дробовик вот так, чтобы на продажу? 10! Ты гонишь просто. А насколько вообще крут был тот топор? Прикинь ему загнать кровь оборотня, а? Это да.
Не, колечко, я не знаю, может оно где-то еще пригодится. Все-таки оно было там в вещдоках. Кто его знает. Сколько сейчас за часы? А было вроде 16, да? Ну, профит есть. Так, а что за характеристики? Харизма, что? Да нет. Или да? Может, эрудицию поднял? Да нет. Что-то поднял. Ну, это уже что-то. Что-то это хорошо. Даже если это харизма. Харизма, наверное. Какая харизма? Ладно. Кстати, если что, обокрасть клинику и дать человеку наркоты, человечность от этого никоим образом не страдает. В моем понимании это просто античеловечно. Но... Голубой крови, да? Угу. А он уже прям сразу получил ее, нет? То есть должно пройти время? Просто мне уже дали, я так понял, опыта за это задание, а тут такое. Ладно, подождем. Нужно время. Согласен. Справедливо. Опыт уже дали, то есть я мог бы не класть сюда этого. А, тогда они дадут денег. Сейчас узнаем, а насколько они быстрые? Насколько этот сука лживая быстрая? Лакруашный. То есть я вышел. Только что вышел. И вот сейчас посмотрю. Не настолько. Я его переоценил. А я думал, хоп-хоп-хоп-хоп. Нет-нет. Тут, наверное, пока на такси не покатаешься. Пока, может, даже какое-то задание не выполнишь. Ну, что ты тут гуляешь? Что ты тут гуляешь такой одинокий, когда мне не нужна твоя кровь, а? Так, куда я хотел? Так, положил же. Фак. Я совсем забыл, что у нас третий ряд. А может они такие быстрые, да? Это я зря наговорил тут кучу комплиментов, что типа вот они тут все, ну нихера. А что за голубая кровь сюда вообще? Подожди, а где? А вот. На совсем другом разделе. Что? Хорошо, ну тогда я обязан просто проверить скорость, суки, лживый. Журнал обновлен. Проверьте чуть позже свой email и почтовый ящик, чтобы забрать вознаграждение. Чуть позже, это вот прямо сейчас, да? Но это же чуть позже. Но для меня это чуть-чуть позже. Вот чуть-чуть. Капельку. Позднее. Вот. 150 баксов. А клипсу отдельно можно продать? Нет? Жаль. Она вроде такая, что как будто бы ее еще даже продать можно. Давайте сразу еще одно здание. Вы же видите, как я быстро справляюсь. Хорошая работа. Твоя помощь в возвращении крови оборотня высоко оценена. Пожалуйста, заходите еще. Забери оплату из своего почтового ящика, если это еще не сделано. Сделано уже, сделано все. Ну да, да. Спасибо большое за наводку. Ибо опыт, деньги, а это возможности дальнейших видео для большего разнообразия. Без твоей помощи, серьезно, я даже и не думал об этом. То есть, понятное дело, что игрушка в своем многообразии, как я и говорил, она сильно превосходит
Redemption, мой любимый, несомненно, но все же. Я не могу это не признать. Она его сильно превосходит. Так, куда мне тут еще надо было? Ключ-карта Foxy Boxes. Где же я его видел? Foxy Boxes. Нет. Foxy Boxes. Если я ничего не путаю, то где-то в подворотнях здесь. Я его видел, там был кодовый замок. А может и не здесь. О! Почти. Мордобой! Мордобой, да? Ну почему бы и нет? А то вначале начал так чистить рожи, а тут такое. Наковальня. А, часы. Ну, давай заглянем в ваш компьютер. Отчеты. Что, без пароля? Ого. Это такое вообще. 12-е. Как у нас? Где тут у нас? Десятое. 04-го. О чем вообще речь? Хрен знает. Моя предварительная разведка по городу показала, что здешние кайниты разрозненные и неорганизованные. Есть только трое достойных внимания, но кажется, между ними возникли какие-то разногласия. Я продолжу наблюдение. Я надеюсь, одна из них не Жанет, а то уже двое в этом плане, да? Ноль четвертого. Значит, буквально через 6 дней. Эти каяниты забавны и слабый род. Они впустую тратят подаренное им бессмертие на молочные интрижки и плотские утехи. Ну, мелочные, но молочные интереснее. Не все ж тут кровавые дела. У нас будет мало проблем при взятии этого города. Это шабашники пишут, да? КЗ. Да. Посмотрим. Через 3 дня. Похоже, мое присутствие в городе замечено одним из каенитов. Носферату. Кажется, их так называют. Он поручил одному неуклюжему смертному дураку за мной наблюдать. И я начал следить за этим так называемым шпионом. Маленькая, занятная передышка перед... Или сред... Передышка сред... И обычных обязанностей. Ладно, что он имел в виду, хрен знает. Так получается, он не вампир? Этот азиатский вампир не вампир, получается? Это же он пишет. Хорошо. Распутываем это дело. Тут намного больше детективной жилки, чем я думал. Так, я привлек внимание новообращенного агента князя, который обнаружил труп Вёрджила Крамба. Я очень мало знаю об этом индивидууме, но он кажется более сообразительным, чем большинство каенитов, которых я видел. Он, прошу заметить, он, то есть как эта сволочь раскрыла мой двойной маскарад, что эта девчонка на самом деле Каин. Подготовлюсь на случай, если наши пути пересекутся, так как стычка кажется неизбежной. Если я не выживу, позвольте в последнем отчете заявить, что Санта-Моника созрела и сама готова упасть в руки. Вы практически не встретите сопротивления, если явитесь с большим отрядом. А почему тогда назвал так называемых Носферату? Что, он не особо знаком с ними? С этим кланом? Ну, как я понимаю, все на этом. С этим компьютером. Foxy Boxes. А что-то еще тут интересное будет? Или только эта инфа в компе?
Может быть, на этом складе будет мордобой? Кровавый щит наготове. Так. И что ты задумал? Так и будешь скакать? Ты что, знаешь, что я пистолет продал, что ли? Ух, ё-моё! Кто это? Сучий арбалет? Ого. Так, а ну-ка. Давай, давай, давай. Тварь. Давай, 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 давай. Ну же. Ну где этот удар, а? Ну, что он так сложно делается? Ага. А я думаю, это бы не слабый нам урон нанесло. Огненные все-таки болты. Мразь. А я научусь когда-нибудь так прыгать, а? Потому что мои прыжки выглядят просто какими-то детскими по сравнению с его прыжками. Как ты не попала? Yes! 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 Давай! Поджопник тебе смертельный. Как ты не сдох? А мне нравится это. Цингун-то. Это же можно загнать по бешеной цене. По баснословной. Достаточно быстро, быстрее, чем топор. Может, я и загонять не буду, мало ли. Потенциальный урон 14. Летальность 11. Поправка на ветер 4. Владение 5. Угу. Это серийно выпускаемая версия традиционной японской катаны. Не столь эффективная, как подлинная, но все же довольно опасная. Угу. Довольно опасная. А я думал, у него арбалет выпадет. К слову. Ладно, прекратить, а то мало ли. Забуду еще. Подожди, ну что ты, долезь уже. Интересно, тут что-то есть? Нет? А он тут специально себе ящик его наставил, чтобы в случае чего. И это ж сколько ждал. Хотя он явно как-то следил за, получается, за Каином. Ну что, ни хрена себе. Как он знал, что я уже на его след напал. А, не так. А оно туда не становится. Вон. Найс. Полечиться бы, да? Ну как? Тут у нас, понимаешь, такое специфическое врачевание идет бомжами. Я бы даже сказал, бомжевание. И вам всем резко сюда надо, да? А ты можешь зайти куда-то тут поссать, а? А то не бомжами едиными же, да, правильно? Быстрее, 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 там девчонка подходит. Да, блин. Сейчас я отпугну. А ты говоришь, пойди там на шлюхобазу. Ну, иди отсюда. Серьезно? Вы еще сосаться начните. Ну серьезно, мужики, ну серьезно. Во-первых, соблазнение 0. Ну как? 1, но это. Ладно. Так, задание выполнено. Надо бы к нему вернуться, да? Уничтожили азиатского вампира. Нокс вздохнет с облегчением, когда услышит об этом. А может быть, сказать об этом Носфератычу? Ну, типа, вот такие дела были. А я тут порешал их. Прикинь, тут вот один. Вроде так кажется. Удобнее все-таки от третьего лица их засасывать. И ты же видишь, почему я сохраняюсь. Это не просто так все. Блин, я тут засмотрелся на показатели его крови. А я думал, этот бомж какой-то более особенный, у него больше крови есть. Мне в глаза и узрите...
Нет, не больше. Ну ладно. Ничего страшного. Просто интересно, Носфератыч как-то порадуется, что я тут его парня спас. Что тебе нужно? Ты что-нибудь слышал о серийном убийце? Эти убийства определенно дело рук сородича. Может, какой-то кайтив мстит всем, кто обижал его в школе. Как только шериф высадит этого парня, из него сделают чертовски наглядный пример. Если я до него не доберусь. Шериф, ты о том громиле, который что отрубил голову моему сиру? Ну да, это он и есть. Кайфир, что это такое? Кайтивы, просто вампирские отбросы. Кайтивы. Которые ничего не знают о вампирском обществе. Не знают своего клана. Вампиры-дворняги. Подозреваю, ты была близка, чтобы стать такой, если бы Лакруа не вмешался. Ой! О ком-то другом. Конечно. Нет, это все очень хорошо, но... Что тебе? Я виделась с твоим упырем Ноксом. Да, я знаю. Толковый парень. След берет не хуже ищейки. Я понаблюдал за ним, перед тем, как к нему прийти. Я даже представить не мог, насколько. Он будет рад помочь мне. А что же он так след-то не взял этого вампира, а? То есть ты знал? Я знал все. Я сказал ему, чтобы он ждал сам знаешь кого. Было очевидным, что ты будешь гулять там. Я велел ему не сводить с тебя глаз. Велел ему лапши навешать, я все просчитал. Не это знал, я насчет того, что его чуть не убили. Мне не показалось, что он поджидал меня. Брось, Пташка, даже не мечтай, что ты будешь вести собственную игру. Неважно, что ты делаешь, какой-то сородич, который ты в глаза не видела, уже предсказал твои действия. И нашел способ извлечь из них выгоду. Думаю, мне пора. Ладно. Возможно, потом он скажет спасибо. А вот такие прыжки. Это не раскрывает маскарад? Просто они думают, что она очень прыгучая девочка? А ведь маскарад-то двойного уровня. Не девочка. Нокс! Нет, сука, я пройду. Разве никто больше ничего не курит? Угу. Привет. Ну, как там продвигается дело, о котором мы говорили? Отлично, он сдох. Я это сделал. Тебе больше не о чем беспокоиться. Но лучше избавиться от следов. О, слава богу. Да, эта тварь преследовала меня каждую ночь. Слушай, я еще не виделся с Бертрамом. Извини, окей? Я ему скажу о тебе, но больше мне отплатить тебе нечем. Ну как нечем, а опыт? Это что же, для тебя ничто, что ли? Есть какие-нибудь мысли, что это была за тварь? Бертрам сказал, что это что-то вроде вампира, но другое. Эти твари у них в Китае вместо вампиров. Сказал, их теперь много понаехало в Калифорнию. Зачем? Неизвестно. Вот оно что. Что-то я думаю. Он не знает, что такое Носферату. Интересное дело, думаю, мне пора идти. И ты тут как тут. А может вернуться поговорить с Терезой? Просто интересно. Ну раз мы уже здесь. Тем более была мысль говорить со всеми по многу. А я Терезу спас, считай, от ее бешеной сестры. Ну как я спас? Она сама себя спасла, но я же говорю, победил сильнейший. Мне больше нечего тебе сказать. Что за мерзкая? Я не забуду того, что здесь произошло, но тебе советую. Если будешь молчать и не вмешиваться в мои дела, мы не поссоримся. Просто помни, чей это город. Опыт вперед, постараюсь. Тум. Что за гадкое имя? Да все они мерзкие. У него, знаете, кстати, как пол выглядит. Смотри. Видно тебе вот этот шпиль? Стой, 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 чуть-чуть.
Закрывайся, 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 закрывай скорее. А могла бы повежливо, я все-таки помог ей. Итак, с этим разобрались. Значит, можно ехать разбираться с эпидемией дальше. И не только, там много еще каких дел. Или поговорить с Тунгом еще разок. Да, насчет грязного Гарри, точно. Там же ж подворотню пойти надо было бы. Давай, может быть, Тунг даст опыта. Это же замолвил словечко, а тут, в принципе, на ментальном уровне, да? Это хоть и не Бладома, но они могут, наверное, общаться. Что тебе нужно? Ладно, не могут. До встречи. Ну хорошо, тогда езжаем. Вроде бы я сделал все, что... Кости наших предков восстанут и вернут себе плоть, которую... Что не сделал, но пока что. Пока что. Но кто его знает? Каин, вези меня. Да в эту. В даун. Таун. Где куча клоповых бомжатников, именуемых отелями. И один отель, суки лживый, который, конечно, да, конечно, да. Так, подворотня, подворотня, подворотня перед клубом. Подворотня перед клубом. Клубная подворотня, значит. Копчик, гоп-стопчик. Кстати, насчет гоп-стопчика устроить копчику. А какой смысл, если у них всего лишь стрелковое оружие, причем такого уровня оружия, которым я ни хрена не попаду, потому что пока что оно не развито. Есть ли смысл их мочить ради этих пушек? А? Как ты считаешь? Скажи-ка, милашка, посмотрев на тот арсенал команды, с которой ты набрала, тебе ведь все это нужно не для того, чтобы держать соседей подальше от твоего дерьма, верно? Какой арсенал? Реплика катаны и рука. И что? Вау-вау-вау, полегче. Это твое дело, окей. Я просто подумал, что может кто-то с покупками вроде твоих захотел бы заняться одним дельцем, а? Я слушаю. К Тремору надо будет сейчас зайти, к Тремору. Йоу, мне нужна хардкорная убийца сутенеров. Клеопатра Джонс для суперограбления. Это будет действо в стиле Пэм Гриер. Все еще слушаешь? Ближе к делу. Вот как обстоят дела. Мне шепнули, что банга Тонга из Чайнатауна и несколько местных парней встречаются на парковке, чтобы провернуть сделку. Сейчас я не могу сказать тебе, что они мутят. Но скажу лишь, что один из моих клиентов готов хорошо заплатить долларами дядюшки Сэма за содержимое чемоданчика номер один. Достань его для меня. Я не только отстегну тебе долю, но и продам кое-какие спецтовары. Что скажешь? Скажу, что спецтовары — это хорошо. Либо звучит как хорошая сделка для тебя. Я хочу скидочку в твоем магазине. Или... Но в будущем ты будешь делать для меня скидку. Проявишь щедрость. Или я тебя выпотрошу. Как тебе такое? Ты мне нравишься? Потому что вроде как первый, кто нормальную... Да какую нормальную? Единственную одежду продал, но... Йоу, крошка, зачем ты так со мной? Будь я порезвее, сделал бы это сам, но... Ладно, ты добилась своего, радуйся. Ты получишь свою скидку. Но только после того, как я получу чемодан. Договорились. А финансы он теперь не прокачает? Потому что надо было с ним помягче. Ладно, будем знать, вот, если что. Это мне нравится. А теперь, если ты бескомпромиссный и крутой терминатор, я бы предложил тебе купить пушку помощнее, прежде чем ты свинтишь на парковку. Что-нибудь нужно? Ну ты хитрожопая тварь, а? Окей, давай посмотрим. Йоу-йоу-йоу, у меня есть яйца динозавра. Правда, не знаю, яйца какого, динозавра, ну да, ну да. Унитаз Дэвида духовный, с сертификатом подлинности, запечатанный, с автографом.
Унитаз Дэвида духовный, с сертификатом подлинности, запечатанный, с автографом. Йо-йо-йо. Не, без скидки не хочу. Уши коал, гамаки и гномьи седла прямо здесь и только здесь. Без скидки не хочу. А какая в жопу парковка? Вот просто интересно. Толстый Ларри, бизнесмен... Экстраординарий. Экстраординарный бизнесмен, она перевели как бизнесмен. Экстраординарий. Хочет получить один из чемоданов, которые будут обмениваться банда Танго, Тонго и местная шпана. Обмен проводится на автостоянке неподалеку. Достаньте чемодан, по возможности вставьте... Оставайтесь незамеченным. То есть мне просто дождаться, покуда обмен случится. Догнать человечка, который наменял это дело. И по-тихому его мочкануть. И да, в этот клуб еще надо зайти. Делов много. То есть в этот... Подожди, я не хочу мешать все вместе в одну кучу. Где долбанная парковка? Вон, похоже, что-то на парковку. Но там коп стоит. Копа порешают? Это очень похоже на парковку. И, возможно, вот за этим вот углом что-то и будет происходить. А может и нет. Что-то может происходить, тут коп стоит. Что-то может происходить. Может быть, не сейчас? Хотя это не единственная парковка в городе. Ты понял? Куда тебе с твоим мертвым взглядом? Вот это парковка! А он разве говорил подземная парковка? Не. Нет, я не мог такое прослушать. Нет. Итак, господа копнички. Полез я, наверное, в вентиляшку. Опа, подтянулась, умничка. Такс. Я же говорю, надо дождаться обмена и просто по возможности остаться незамеченной. Немеченной. Где это я? Угу. Ну такое себе. Там вошел, тут вышел. Давай попробуем как-то сюда залезть. То есть мне нужно остаться незамеченным еще до того, как доберусь до места совершения сделки. А что, а там убить двоих? Или сколько вообще там убить-то вообще? Интересные у них разговоры. Отсылка на Джона Ву, конечно, была прикольная, но... Я пока не очень соображаю с этим моим ползанием по вентиляции. Не очень соображаю, куда мне вообще. Ну давай.
Вроде бы все глубже и глубже мне удается. Здесь слишком тихо. Не нравится мне это место. Погрузиться в это дело. Создается ощущение, что здесь призраки. Разве ты не чувствуешь, как будто за нами кто-то наблюдает? Ня! На моей спине и шее волосы встали. Клянусь, тут что-то есть. Это так... как там это слово? Возбуждающе? Нет, это... забудь. И не вздумай сказать Джонни, что я был возбужден. Я не возбужден. Раздражен? Хуй там. Бесценно. Прелесть. Волосы у него встали. Интересно, а как в оригинале там это все звучало? О, а здесь уже не с ножиками. Тут у него вроде уже оружие. Оба-на, какие мы дяди тут. Так, главное, сюда смотрит, как будто увидел. А этот уже с УЗИ. Вроде бы. Со смузи. Вентиляционный ползатель. Так назовем эту миссию. Ничего себе, это длинный коридорчик. Угу. Вентиляционный ползун. Блин. Ничего ты не видел. Кто-то по-китайски. Он по-китайски сказал, я ничего не видел. Вообще ничего не вижу. Кто-то ползает. Что хрен знает. Но я не возбужден. А, это палево почти что. Подожди. А как ты думаешь, насколько это было незамечено? Спасибо, хоть здесь написали завершение, завершить активную дисциплину. Как тут завершить дисциплину? Ну, извини, конечно. Да зачем? Ну, без трупов не обойдется, в общем. К тому же, шмузи мы взяли. Ингрим. Как я понимаю, мне именно нужно поглубже сюда забуриться, в эту стоянку. Как я это вижу. Кстати, а что там со шмузи у нас? Летальность 9. Блин, летальность 9. А потенциал урона такой себе, поправка на ветер 4, базовый урон 2. Скорострельность решает, да, скорострельность. 18 пуль на УЗИ, это вот буквально тр, и все. Понятно. Что-то у меня какой-то дежавю уже начинается. Я только вот, слава богу, написали, что это уровень 3, потому что... Я уже потерялся. Блин, это же мне отсюда выходить еще. Хотя, может быть, после сделки я просто пробегусь по этажам пряменько, без этих вот ползаний по вентиляции, и все будет отлично, да? А я уже думал, засада. Одного пацана засосали, и все, и у ребят как бы... Что можно так долго делать? Да и не говори. Нет беспокойства. Мы могли взять их. Лёг. Чувак, когда в прошлый раз они прибыли, ты нырнул за машину, я поссался. Это была кровь. А, да, точняк, потому что тебя подстрелили, а ты никому не сказал. Это потому что мне стало лучше. Чёрт, чуваки, насколько еще я здесь с вами застрял? Да блин, я просто хотел послушать диалог, что ты сразу палишь. Просто диалог, как кто-то обоссался кровью. Ну мало ли, если в целом, если ему почки отбили, то мог не обоссаться кровью. Все сходится. Ладно.
Греть уши здесь наказуемо. Они специально этот диалог сделали, чтобы я как раз поползал во время него, да? Я не знаю, насколько глубоко мы сюда залезем. Но будет отлично, если... Кто здесь? Да никого здесь. Будет отлично, если... В конечном итоге не придется лазить через эти все вентиляции. А где диалог на эту вентиляцию? Что, это так просто? Ну да, в принципе, если будут на каждую, то будет подозрительно. О, а тут уже будет сложнее. Надеюсь, ты сейчас вот это отсюда куда-то свалишь. Или тут... А, тут вентиляция. Значит, не свалишь таки. Ничего себе, они всю парковку перекрыли. Все 4 этажа. Или сколько тут? 5. Вот это, конечно, дела у них. С другой стороны, это даже палево. Жесткое. Жестче, чем в доме с привидениями. Конечно, они же сразу стреляют. Привидение там раскидывалось всякими вазончиками. А тут-то... Теперь понятно, почему я сохранял каждый раз перед тем, как спрыгнуть? Аккуратненько можно как-то? Ползти. Нет? Пальцы в крови буквально. А вот и чемоданчик. А вот и он. Да, белый. Интересно, интересно. Как же тут вы предлагаете мне это сделать бесшумно? Куда-то же он должен уйти. Угу. Да сделку хочу вашу вот это, господи, посмотреть просто хотя бы. Не катит? У-у. Хорошо, пойдем ближе к сделке. Ближе к делу, так сказать. Нет, нет, мне надо туда, но надо это сделать вовремя. Хорошо, давай переждем где-то. За машиной, за этой. Не получится. За стеной. Посмотрит ли он в эту сторону? А ведь я мог бы всех замочить. Вот правда. Кого-то засосать, кого-то замочить, кого-то...
Нужно подгадать момент, когда они вроде как ушли. А может быть, просто повернуться с ними? Успею я. Или будем переждать? Если я не полезу туда, а начну поворачиваться с ними, они через другое плечо повернутся и... Вот таким вот макаром мы попадем дальше. Тут они умные, подстраховались уже. Свет везде поврубали. Пока что стелс. С одним засосом. Все ясно, да? Доносишь кейс до половины пути и ждешь от них такого же действия. Они захотят увидеть деньги, но мы им этого не дадим. Потому что кейс наполнен газетами. Ты серьезно? Ох, размазать бы тебе. Начнем снова. Идешь с кейсом до середины, и когда они захотят посмотреть на деньги, ты поставишь его перед их парнем. Когда он до него дотянется, ты наклоняешься и хватаешь его кейс. Мы будем готовы тебя прикрыть. Если тебя шлепнут, то это уже твоя вина. Что если их кейс наполнен газетами? Тогда мы хотя бы посмотрим, как ты будешь читать их, смеха ради. Я знаю, что он у них. Просто сделай все правильно, тупица, или они нас поубивают. Ну, ребят. Или мне нужно до следующей лестницы ползти? А я думал, они сейчас договорят и кейс пойдут класть. Нет, они пока что только в штаны накладывают горочкой. А у кого-то реально... У кого-то там реально кукла, да? Поэтому здесь светит только один кейс, не два. А кто начал стрелять вообще? Сейчас налево повернет, да? Я послушаю версию тех придурков, которые здесь. Сейчас, каждую секунду посчитал. Как только этот шитель двинется, я стреляю. Никогда не знаешь, когда попадешь. Ах, вон там кейс. Будем надеяться. Будем надеяться. Здесь у нас кейс. То есть у них есть какой-то запасной кейс. Один левый с куклой. Ну, с газетой. А другой правильный. Я наклонюсь, подниму их, пригнусь, а ты открываешь. Так. А все, я уже по стелсу могу ничего не делать. Вы добыли чемодан, за которым вас послали. Осталось только доставить спецзаказ толстому Ларри. Ну, то есть, да? В идеале они все друг друга перестрелять должны, но... Мне ж как-то из этого дерьма еще выпутаться надо. Какие вы косые, блин. Я не знаю, прям как будто я там отстреливаюсь. Ладно, давай поговорим на языке кровосисей. Это он мне? Не, он ничего не заметил. Или в его мире это нормально? Когда напарника засосали до смерти. Миссия называется «Скрытный засос». Вентиляционный засос. Вот. Наконец-то придумал. Серьезно, у них у обоих кукла была, да?
Ого, как ты на мостик стал. Вот западло же, а. Хоть вовремя подсказали, продал. Сейчас наберу всякого. Может, даже у кого-то монтировка будет, а? Мрази, только один нормальный чемодан был? Или тут наркота, которая мне не нужна просто? А куда делись все остальные ребята, я не понял. Примочь. Ну, впечатление, будто мне здесь скрытным оставаться больше нет смысла. Вообще, в принципе, не до этого, не то, что после этого выстрела, а вообще. Кто его знает? Кто его знает? Как там, что там? Кто-то еще живой есть? Нет, это? Ну залезь, ну ты же уже можешь. Ну ты же уже зацепилась. О-о-о-о-о. Ну уже же висишь, ну ты, что это? В смысле? Все, убежали? Лег, замочили вас всех, ребят. У меня же там полная обойма. Кто-то следующий на кровавый засос готов, по-моему. Все-таки эти победили. Панда Тонга, как я понимаю, да? Хлоп! Ну, в общем, пора балдеть. Я дал им волю настреляться. Я думаю, хватит, надо ускорять темп повествования. Я не думаю, что вот эта вот реплика катаны настолько крутая, что с первого удара завалил. Просто... Он уже был битый до этого, а тут... Где выход? Где выход? Где подъем? Тут спуск... А слева должен быть подъем же, да? Ага. Так это считается по стелсу? Все-таки взял по стелсу. Убегаю не очень. Но в целом там такая резня началась, что как бы одним... Человечком больше, одним меньше. Хотя только на том этаже. На этом, я смотрю, все такие... А, нет, ну все, мы тогда до свидос. Мы тогда по домам. Нет, тут типа наши полномочия, на этом все. Да? Так оно было? Ну да. Все разошлись. Ни единого трупа, никаких пушек тебе. Только слышно, как крыски пищат. А я думал, копы здесь уже убрали. Не, наверное, есть. В общем, можно сказать, что это был засос. Сплошной, просто там спалился в последний момент, но...
Херня. Итак, Итак, кто это такой туберкулезный? А что это у нас тут такое? Да, мне же еще там надо вон место, где я узнал пароль. Это же вот. Мне всюду надо. И с Тремором поговорить, и со всеми поговорить. А ну-ка, сейчас проверим. Не, все нормально, ничего не поняли. Давай, что ты скажешь. Сейчас посмотрим, может, я тебя убью. Я достал твой чемодан. Офигенно! Дай сюда, девочка. А, красотища! Все в порядке. Кто-нибудь где-нибудь круто обломается из-за его потери. Какая жалость, я послал за ним свою девочку. Ну ладно, дай-ка я отстегну тебе кое-что. И отныне дам тебе скидочку. Я скину его новому владельцу утром. Затем я собираюсь заказать старый добрый стейк. Не какую-то домашнюю дрянь. Я закажу порцию японской говядины. Дорогое дерьмо, знаешь ли. Присоединишься? Я угощаю. Лакруа, мразота такая, за все время, за все задания и так далее, отстегнул 350 баксов. Сначала 200, потом 150. Этот сразу 5 сотен. Ничего себе. Вот тваря. Ларри, ты мне стал нравиться еще больше. А, смотреть, как ты ешь большой ломать мяса. Не, проще ли... Не проще ли пойти в зоопарк? Жаль, Ларри, у меня уже есть план на завтра. Все равно ты есть не могу просто. На мой вкус. А знаешь, моя девочка из клуба Конфессия. Это уже расизм. Венера Дэр. Ищет кого-нибудь, кто способен. Ну, пусть сама расскажет. Хочешь, я порекомендую тебя ей. Угу. Да, можно попробовать, но сначала мне нужно кое-что купить. Слушай, я не хочу знать, что ты делаешь со всем этим барахлом. Просто держу бизнес. И я тебе в этом помогу. Уши коал, гамаки и гномье седла прямо здесь. Йоу, пипл, у меня есть галапагосская черепаха. Только на этой неделе. Подходи, налетай, товар покупай. Я смотрю, дробовиками здесь немногие пользуются. 10 баксов, 10 баксов, да? У меня есть динозавра. Правда, не знаю какого. Так что покупайте. Йоу, у меня есть яйца. Вместе с пулями я продаю, да? Правда, не знаю какого. Так что. Но я очень сомневаюсь, что мне поможет это Узи. Не проходите мимо, я правда похож на Деона Варвика. Йоу. Уши коал, гамаки и гномье седла прямо здесь. Йоу. У меня есть яйца динозавра. Правда, не знаю какого. Так что покупайте. Узир, подходи, налетай. Товар. Она еще хуже, чем мне казалось. Это катана. Эй, не проходите мимо, я правда... Еще хуже. Так, секундочку, мне нужно в подворотню. Перед этими клубами я и так, у меня очень много. У меня очень много неразрешенных дел. Я не понял, здесь что-то... Вот в этом отеле, что ли? Noise MC здесь заселился или что это такое за телек? Не мои проблемы. Да и не мои проблемы, ну просто интересно. Раньше этого не было. Из 11 номера, да? Из окна. Еще этого надо найти. Где он там прячется? Я бы по максимуму, конечно, спрятался. Я бы свалил бы вообще в другой город. После такой-то херни. О, Тремор. Ну давай поговорим с Тремором сейчас. Может, сейчас он что-то там такое скажет. Давай, телепортируй же. Вот. Привет, Новобор. Здрасте. Найдется пару минут, чтобы со мной поговорить? Конечно. Вопрос есть. Что желаешь? О другом поговори. Конечно. Пара вопросов есть. Что желаешь? Камарилья, что там? Разумеется. Что еще ты хочешь узнать?
Все вампиры принадлежат? Нет. Ней. Существует множество независимых кланов, не связанных с Камарилией. А Шабаш — это другая фракция вампирских кланов, чьи устремления очень отличаются от устремлений Камарилии. Весьма неприятно. Отличаются, мягко говоря. Как я понимаю, ты уже столкнулась с ними? Можно сказать, да. Я уже собиралась с ними покончить, когда появился Найнс. Ну, не надо так врать, конечно. Да, хорошо, что Найнс Родригес оказался рядом и выручил меня. О, да. Печально известный мистер Родригес. Как я понимаю, теперь ты дважды обязана ему жизнью. И если бы он не вмешался, князь непременно приказал бы своему Церберу отделить твою голову от твоих же плеч. Фигня, я просто ждала момент. Да ладно выпендриваться. Возможно, ты и прав. В любом случае... Гордыня не дает нормально поговорить ей, да? ...может понять мудрости Камарильи. Он стал бы сильным союзником. Но сейчас он серьезная головная боль для Лакруа, что почти так же способствует моим замыслам. Угу. Твоим замыслам? Разве твои цели не совпадают с целями князя? Лакруа — это князь новообращенная, и Вентру на самой вершине. Даже не будь он столь юным и неразборчивым, каким себя уже проявил, я... Но я слишком много говорю. Давай просто скажем, у него и у меня различные понятия о том, как следует пользоваться властью. Все в порядке, ты можешь мне доверять. Что ты на самом деле думаешь? Работай, давай, сработай! Ну, говоря кратко, я полагаю, что Себастину Лакруа недостает должной прозорливости, необходимой князю. Я вижу в нем жажду власти, затмевающую ответственность перед Камарильей. Туповатый он, в общем. Да? Думаешь, ты справился бы лучше него? Нет, дитя. Я не стремлюсь к настолько низким высотам. Единственные мои интересы касаются судьбы моего клана и Камарилии. Именно в таком порядке. Ты преуспеешь в этой жизни, дитя. Я уже вижу это. Еще о Камарилии. Раз такие интересные интересности рассказываешь... А почему Камарилья, анархия, почему вот эта вся разлад? Потому что они бунтуют даже против всех, да? Анархия полагают, что им не нужны порядок и дисциплина Камарильи. И я чувствую, что они представляют угрозу как для Камарильи, так и для самих себя. Вырезаем их всех! Из них лишь дети, нуждающиеся в опеке. Ну-ну, а я думаю, что анархи правы, и им не нужны няньки. Последнее, что нужно, кучка чудиков, указывающая, что делать. Мне жаль, что ты так думаешь. Возможно, нам больше не о чем разговаривать. Я вообще-то имел в виду их. А не его. Но он понял меня неправильно. Мудрый выбор, новообращенная. Всегда лучше слушать и учиться, а не действовать с наглым безрассудством. Возможно, ты в итоге станешь ценным союзником. Ладно. Что желаю? Хорошо, а если... Анархия. То есть я ничего тут могу сказать такого? Ничего. Конечно. В общем, ты пока ничего интересного не говоришь. Хотя была такая вот надежда. Но и он первый диалог вроде бы, но... Ни на что не повлияло. Блин, как там было? Да. Туда-сюда. Да. Первый диалог вроде бы, но я так и не понял. А еще тут порой обманываешься, думая, что отвечаешь одно. И даже не то, что когда кнопку перепутал, нет.
Думаю, что ты чатишь одно, а на самом деле немножко иное. Я думал, они кучка, а не этот. Ну ладно. Так, кучка-могучка. Ах да, вот и где, сука, вот оно. Я тебя не заметил, прикинь, такой вообще капец. У тебя скрытность сколько? Скрытность у тебя максимум прокачана. Развещена, сестра? Да. Вижу. Добро пожаловать в братство. Угу. Епископ ждет тебя наверху. Благодарим. А что за братство вообще? Что за епископ? Какое-то у вас такое бомжатское братство. Привет. Тебя призвали? Идешь на наверх встретиться с епископом? Я вообще не понимаю, что здесь происходит. О чем ты? Недавно в братстве, а? Только что? Да я не в братстве. Я тут уже пару дней. Когда епископ хочет тебя видеть, тебя призывают, и ты поднимаешься по лестнице наверх, в храм. А что там происходит? Я не знаю. Ну, то есть я слышала кое-что, но меня еще не призывали. Моя подруга была там пару дней назад. Говорила, что видела вещи. Плохие вещи. Что она видела? Она говорила, кровь повсюду. Она видела нескольких призванных. Пробовала заговорить с ними, но они просто пялились на нее пустыми глазами, понимаешь? Один из них попытался схватить ее, и она убежала. Понял. Секта прожженных вуайеристов, которые видели все. Уверена, тебя скоро призовут, и ты сможешь к ним присоединиться. Похоже, ты испугана. Да, да. Я знаю. Епископ говорит, что мы должны отринуть свои наши земные страхи на пути к девятому кругу. Но я боюсь туда подниматься. Я просто хочу домой. Скоро ты воссоединишься с епископом и будешь молиться. Храня. Нет. Не бойся, тебе больше не придется беспокоиться о епископе. Я о нем побеспокоюсь. В общем, призвали. Будем считать, что призвали, да? Будем считать, что призвали. Я будем разбираться. Ты уже, наверное, пишешь комментарии о том, насколько здесь нихера не видно. Нет, комментарий о том, что епископа не надо было бы убивать. Где моя катана, мать ее? А знаешь, даже с моим владением холодного оружия можно их порубить поросячье хрючево просто. Хотя, ну это же беспонтовые ложки, да? Подожди, девочки, вперед. Воу! Комбо! А с этим ты умеешь такое делать? А ну-ка. Ей! Это ты что, живой? Нет? Ладно. Епископ — это один из этих зараженных, да? Ни хрена себе! 140! Они, в принципе, мне урона не могут нанести, да? 120! Слушайте, ребятки, вас вообще Джеки Чан не готовил? Вы так четко прыгаете. Где этот епископ? Епископ. Найс. От критических они отлетают, как просто... Как будто она у меня действительно уже крутой вампир. А ну-ка, готовься. Yes! Nice!
Они зря взяли катану. Просто подурачиться. Слушай. Она даже сравнить, да? А, ну понятно, тут 14 можно и так выбить, да? Даже больше! Мозги? Серьезно, он мозги? Сейчас заражение. Нахер, где эта катана? С катаной такого дерьма не было. Хотя, подождите, ребятки. Засасывать вот это говно нельзя? Просто интересно. Мне просто интересно, если засать это говно. Заражение крови будет? Я знал. Сука, я знал. Да, это явно то, что я думаю. Епископ, мать его. Мозги чуть не сожрал, а? Это очень в тему, потому что после стелса нужно было душу отвести. Ты даешь, а? Подожди, дыра в стене, это интересно. Как будто мышку превратилась. То есть здесь можно было тоже по-тихому? Так и не скажешь. Она уже убежала. Угу. Угу. Это типа быстрый спуск, что ли? Куда трупы девались? Все. Вдруг внезапно. Ну, в рамках победы над эпидемией, я думаю, всех надо закилять. Ты стоишь, не паришься и думаешь, что тебя не заметит вообще никто. Я бегу, думаю, что-то не то. А он вообще стоит? Да нет, тут никого, что-то да, просто епископ там где-то, может быть. Или его сейчас здесь не будет? Блин, я опять на первом этаже? Ничего себе, он тут нас засосал, а? Сколько здесь народу засосано? Да, блин! Отвали, тварь. Чем больше на них потрачу, тем меньше на епископа останется же, да? Со всеми ты так бы справлялась, катанка моя. О, привет, сестра. Вижу, ты просвещена. Ты что-то ищешь? Ищешь истину? Ты пришла по адресу, сестра. Истины у нас больше, чем нам необходимо. Просто нужны ножны для катаны, и собираюсь сделать их из твоих кишок. Как тебе такое? Улыбчивый ты мой. Кто ты, черт возьми, такой? Ты лидер братства девятого круга? Меня зовут епископ Вик. Пастырь проклятых и твой ночной проводник в последние дни мира. Чувствуешь это, сестра? Занавес наконец поднимается и тянет его моя рука. Братство девятого круга. Последние дни мира. Ты говоришь о гиене? Гиена? Судный день? Пока
Все сонут опять. Сестра, твой разум слишком проникся верованиями и предрассудками этого приземленного мира. Здесь нет поэзии и нет смысла. Нет всемогущих и ужасных богов, следящих за своими детками. Ты говоришь о болезнях? А как насчет той болезни, что в нас? Наша плоть превратилась в мерзкое порождение, питающееся нашими собратьями и сестрами, словно скотом. Какой бог наблюдал за мной, когда демон разорвал мне горло и превратил меня в то чудовище, что ты видишь пред собой? Нет, сестра. Нет бога, который бы стерпел такое. И потому я сам стал богом. И мор, который я несу в мир, станет концом моего существования. И тогда все мы опустимся в девятый круг. Ну, в общем, убивать тебя только, да? Понимаю. Как тебе нравится быть вампиром, но... так с этим все равно не справишься. Но действительно рационально. А он может внемлить словам? Время слов пришло и ушло. Понятно. Моя. А я же говорил. Я сделаем последние шаги вместе и посмотрим, что за истина скрыта за этим занавесом. Допадет вечная ночь на эту проклятую землю, и семена, посеянные мной, принесут долгую кровавую жатву. Да что там обсуждать? Ты же видишь, он вообще ничего не слушает. Все. Витек, а у тебя дробовичок. Витек, это, блин, серьезная заявка. Ай-яй-яй, Витя. Ничего себе. А Витек-то? Нормальный такой типок. Еще и быстрый такой. Типок, Витек. Хорошо, Витек, а как насчет... Хотя это, наверное, тебе... Нет? Ну, ладно. Я его броню пробить не могу. Скиллухи не хватает, да, видимо? Витек, ни хрена себе ты круто, а? Да, это... Солидно. Мозги! Витёк, раньше надо было стрелять. А как она не заряжается, когда ее кровь пьет, а? Знаешь, что я думаю? Я думаю, что моя ошибка была катаной с ними разбираться. Хотя. А может и нет. А может и да. А, у него прошла эта фиолетовая его херня, и он стал убиваемым. Более-менее. А может и мне попробовать что-то такое? Не думаю, что он блевать будет качественно. Витек, ты, конечно, парняга тот еще. А как насчет голубой крови херачить? Сколько оно даст мне крови? Ну, нормально даст крови. А у него проходит эта штука? Или тоже как мой щит, оно действует какое-то время? Все-таки катаны круче, да. Согласен. Так, сейчас уже засасывать будут. Подожди, подожди, подожди. Ух. Это было сурово. Ладно, Витек, давай еще раз. Разок. Надо попробовать, да? А может быть, силу крови неплохо бы еще.
Но мне интересно, как на него подействует стирание крови. В целом неплохо подействует. Но крови требует до хрена. Пока что от меня оно. Двадцатка того не очень стоит. Хотя. Не, давай, давай с мощью. Сила крови, точнее. Оно же мне кое-что даст. Сука! А что ты вдруг так перестал стрелять? Так хорошо тогда постреляли. Нет, сила крови мне здесь не очень поможет. Казалось бы, сила есть, но холодное оружие так себе. Нет? А жаль. Ну, ребята, нет. А, сила крови не поможет, хотя вот стирание может очень даже помочь. Давай, мочи его, мочи, мочи. На него не действует удар, или я еще не настолько силен, чтобы на него он действовал? Зараза! Давай, давай, давай. Ну! Варя. Нет, стирания нет. Стирания нет, а вот щит, да. А вот стирания нет. Засосать этих полудурков тоже, конечно, не вариант. Зараза, какой он крепкий, а? Ну, он бы не был такой крепкий, если бы не по две единицы наносил бы ему, но... В целом, конечно... Хотя тут когда как, да? Подожди, Витёк, подожди. Тут надо просто тебе чуток помесить. И все. Во, вот, зажать в угол. Вот оно в чем была фишка-то, а. Лысые, лысые окружают, сука! Тварь! А может всех их завалить, пока он там херней страдает, а? Это как вариант. Засасывать их не хочется. Интересно, а заражение крови можно схватить, если... Все были за тауматургию. Если насчет боя, дальнего боя и ближнего боя там расходятся пока что мнения, то насчет тауматургии были все. Поэтому почему бы и нет? Тем более, что очки есть. И теперь у нас есть кража крови. С которой... возможно, все будет иначе. Лишь бы не заражил, не заразилась. Давай, 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 мне крови. А что, больше потратил, чем приобрел? Да не может этого быть. Витёк, подожди, 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 Витёк. Давай же! Что так долго восстанавливаешься? Нет, я не больше потратил, чем приобрел. Хотя, может быть, у них просто мало крови. Столько же получается. Характер, у него патрон не заканчивается. Это мощно. Но в целом это помогает, чтобы их убрать. Но так или иначе, вопрос с кровью это не решает, потому что, по-моему, я даже немножко теряю на них.
Может быть. Вроде бы, а может и тот же примерно уровень. Ну ладно, хер с ним. Давай. Сколько там? Еще один, да? Витек сделал реверанс. Ну ничего, давай разберемся. Одна осталась тварь, да? Ладно. А сейчас узнаем, больше я трачу или меньше. Короче, столько же получается. Через стирание крови не получится, слишком дорого оно обходится. Посмотрим. Витя. Ну, можно так сразу жестко не драть. И нет, у него щит точно такой же, как у меня, он просто так со временем не проходит. Хотя, когда он начинает стрелять из дробовика, мне проще. Он столько не сносит, как ножом своим. Мне кажется, или мне меньше требуется теперь крови для лечения кровью? Сейчас спадет у него эта броня. Хрена себе, Вить! Это что такое? Кстати, а че я дурака валяю? Подожди, Витя! На тебе что же это прокатит, даже? О! Витенька, крови дал? О! Эй, не двигайся! Подожди, Вить. Секундочку. Вот. А где сгусток крови с тебя, Витя? Я не понял. А? Или нужно дать ему завершиться этому ритуалу? Странно. Стой! Витя! Нет! Витя, ты чё? Ни хрена себе! Это что за дерьмо? Вить, ты где? А я думал, из всех можно попить крови, но нет, ему это чисто урон. Как видишь, там и другие можно справиться. Да, Витенька? Вот так-то. Я так понимаю, ты еще не последний? Или последний, раз опыт дали? Тут нас пишут. Толстый Лария рассказал нам, что его хозяин... Это все понятно. Вы убили епископа Вика, главу культа разносчиков чумы, тем самым остановив распространение его... болезнетворной религии. Должно доложить об этом Демзел. Или Тремору. Выбили всех разносчиков чумы, сообщите об этом регенту. А, нужно и Демзелу и Тремору. Допустим, хорошо. Окей. Но вопрос остается открытым. Кто тут кашляет, когда я всех убил? Нет, вопрос остается открытым. Что будем развивать? Что тебе интереснее? Пушки или ближний бой? Холодное оружие. А? Как ты считаешь? Как ты считаешь, что тебе интереснее смотреть? Не то, что рациональнее, а что интереснее смотреть? Что, теперь это дело закрыто? Нет. Ну, в общем. Нужен срочно какой-то бомжик. Может быть, я распространение остановил, поэтому здесь все будет нормальное. Теперь. А может и нет. Почему-то здесь копа нет. Давай проверим эту теорию. Давай проверим быстренько. Так, ну в целом... Сюда, заходи. Сюда, заходи сюда. Заходи. Я ничего не сделал. Да, я знаю. Сейчас узнаем.
Чего? Ё-моё. Бомжи теперь стали родные. И здесь тоже. И этот? А ты коп или не коп? На копа не похож. Немножко расстроило мне здесь применение этой кражи крови, потому что оно не ворует кровь. Хотя... Ну, суть кражи — это что кое-что оказалось у тебя, да? А не просто пропало у того. Ну, в общем, ну да. Но я думаю, если не вот этих вот полузомбических упырей, то из нормальных вампиров нормальное количество крови будет вылетать. А может и нет. Может быть, на вампирах тут оно только урон дает. Не знаю, напиши по этому поводу. Но все-таки у нас есть опыт. И доложить тому, доложить всему. Доложить третьему. И будет на развитие либо стрельбы, либо холодного оружия. И что-то из этого одно надо развивать, потому что дальше никак. Вот, поэтому можно будет холодное оружие там паять и немножко еще силы. Или же восприятие и, допустим, стрельбу. На прорицание не факт, что хватит. Но если поговорить с регентом, то может и хватит. Дай знать, что интереснее. И от этого будем гулять. Большое спасибо всем за компанию. И отдельный респект спонсорам канала за поддержку меня и Каина в его борьбе. Теперь это действительно борьба за жизнь. Всю кровь он израсходовал. Надо покупать. Теперь. Во. Респект. И... Бой! The kindred have long been a secret influence through all ages of human history, plotting against each other in a never-ending jihad. Their immortal progeny are among us to this day, hidden from the eyes of humanity by an elaborate masquerade.